Центробанк отозвал сегодня лицензию банка «Югра». Как следует из заключения ЦБ, там была выявлена полная утрата капитала. Бизнес-модель кредитной организации была основана на финансировании проектов, связанных с владельцами. Отмечается, что с начала года регулятор 6 раз информировал Генпрокуратуру о фактах вывода средств из «Югры». В самом банке все претензии отвергают. В начале июля там была введена временная администрация. «Югра» входила в 30-ку крупнейших российских банков. Страховые возмещения вкладчикам начали выплачиваться на прошлой неделе. We'll be right back.